В Ульяновске открылась фотовыставка «НАТО. Хроника жестокости». Она посвящена годовщине создания Североатлантического альянса. В экспозиции отражена сущность деятельности блока НАТО, ключевые события от начала холодной войны и до наших дней. На выставке можно увидеть документы, фотографии, которые рассказывают о разных конфликтах в разных частях мира. То есть это и Восток, и Запад. То есть начиная с предыстории образования НАТО, с бомбардировок Японии, Хиросимы и Нагасаки, с момента образования этой вьетнамской кампании, сирийский конфликт. Выставка заканчивается событиями на Украине, которые происходят в настоящее время. Сегодняшняя выставка, которая здесь есть, она показывает в хронологическом порядке, какими мерами, по мнению Запада, может быть достигнут «мир» в кавычках. Выставка состоит из нескольких разделов. Представлены материалы бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, планы нападения разработанных США, локальные конфликты, бомбардировка Югославии, войны в Ираке и Афганистане, сирийский конфликт и современные события на территории Украины. На сегодняшний день это достаточно актуальная экспозиция. Она помогает найти ответы на вопросы и прежде всего подумать о тех событиях, которые происходят сейчас в мире. К сожалению, это действительно политика двойных стандартов, это политика Запада, политика НАТО. Вряд ли кто-то сейчас может сказать, что НАТО было создано в целях оборонительных и миролюбивых. Также на выставке можно посмотреть исторические презентации на различные темы. Основание ООН, раздел Германии, осуждение нацизм. Ознакомиться с экспозицией может любой желающий в павильоне «Оружие подвига» на улице Ленина, 70. Выставка будет работать до конца мая. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.